по глазам адреналин, переживем, ну и черт с ним. Олег, на второй. Зеленый, вон он. Привет, парашютизм. Пора расстаться с деньгами. Смотрели, как бежал человек, да? Это просто банальный страх перед тем, что впереди, но на самом деле вы делаете себе еще хуже. Прихватить крыло, прихватить, бежать, 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 беги, 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 молодец, долетай. Вот, отлично. Ребят, вот такой старт должен. Ребят, все сделал правильно, да? Взял и остановился просто банально. Надо бежать сразу начать. До встречи на земле. Юра сосредоточенно стоит. Как хирург со скальпелем перед тем, как резать пациента. Очень напряжен, но в то же самое время не теряет присутствие духа. Молодец. Миш, Михаил. Как ощущения перед взлетом? Ну что там, Андрей, нет еще? Баражирую. Одна минутка. Алексей, пару слов для прессы. Ощущения? Хорошо. Красиво? Красиво, хорошо. Андрюх, вас готов, да? Здорово. Все прилетайте. Крыло, бежать, 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 не останавливаться, бежать, бежать, молодец. Этих вон, друзей, минуй как-нибудь аккуратно. Стирально, мы попробуем с прихватить крыло, бежать, бежать, не стоять, бежать. Бежать, 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 бежать. Плавно отдавай, плавно сейчас от склона отойдешь и наоборот на бухту, вправо, 45 где-то. Сейчас почти так, Леван, так. Бежать, 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 не стоять, бежать, 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 добежать. Молодец, все, плавно отпускай, аккуратно с тандемами разойдись. Сюда, 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 сюда. Стоп, 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 стоп. На складывание. Скажи, как первые ощущения от полетов? Супер. А ты вправо куда-то полетел? Акробатик впечатляет. Как глубоко... Я не должен был делать, но сделал.
Глубокий сад. Глубокий сад. Ну, поехали, теперь буду пробовать спираль делать. Хорошо. Юр, как тебе? Б-срыв понравился? Спираль больше понравилась. Полоскающаяся на ветру тряпочка над головой. Смутило немного. Нормально. Красиво. Адреналин через край. Наташ, куда он спирали? Чуть поближе к лифту. Немножко поближе, на 30. Сергей, как асимметричный подворот, понравился? Нормально. Без компенсации я даже получил практически глубокую спираль с асимметричным подворотом. Ясно. Ну, вот как на чем? На подвороте или да, на спирали? Подворот. Ну, витка 2 тоже сделал. Ну, он сказал, без компенсации вообще ничего не делай, подверни. Как общее ощущение от первого вылета по севкурсу? Хорошо, красиво, вид хороший. Ясно. Ну, Миша. Интервью, пару слов для прессы. Ощущение от первого вылета. Впечатляет. Страх перед первым взлетом. Самое страшное. И эйфория после приземления уже. Супер все, конечно. Но на высоте тут. Что, замерз, что ли? Нет, страшно. Как верхний старт? Ну вот верхний старт страшновато. Бежать некуда. Это так, конечно. Сейчас там вот занимает. В этой половине старта посмотрите на меня. Ну, скажи, как ощущение от первого вылета? Да, отлично. Здесь ощущение. Два параплана. Здесь два вот хорошие. Все стоим здесь. Красиво? Красиво. Да. А как тебе этот старт нравится? Андрей, старт сними, шикарный. Пожалуйста, характерное движение, поглаживающее. Старт шикарный. Брюшко. Старт шикарный? Да. Ветер идеальный. Сейчас тихо. Алексей, в двух словах. Ощущения от сегодняшнего дня? Страшно интересно. Страшно интересно. Молодец. Мистер Президент, как вам наши ученики? Ведут себя отлично? Прилично. Почти. Тихон, проверка связи. Больших ошибок нет за ними? Пока нет. Слышу хорошо. Ясно. Но отвечать не обязательно. Саша, готов смирно. Смелее рывочек и побежал. Разбегаться динамично. Хорошо, тянем. Вышло крылышко, бросил. Иди бежать вперед, бежать. Вот, а ты боялся. Вот и все. А сейчас ты отзвонил? Миша, а что ты делаешь? Твою что ли? Че? А что ты сюда залез? А куда? Там нас вроде попадает. Ладно, ем. Тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой быть
я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой и о той любви земной, что нажигала в прах, и я сходил с ума. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен. Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра. В душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен.
Михаил, как ощущения? Сергей, ощущения? Я наоборот хотел смыться. Ощущения классные, хочу искупаться. Вообще я думал, что будет хуже. Ощущения хорошие. Не так страшно, не черт, так, как его малюют, да? Как его малютка. Да. Ну, вот так. Все удачно. Пару галстуков. Игорь, два слова для прессы. Всех утоплю. Сейчас выполняем групповую игру. Алексей, что такое невеселый? Не летает. Да, а я... Фигню давали. Ходил там, на горы. Хорошую погоду. Видим, видим. Круто, круто, да? Круто, круто. Ну, там... Протерял лодку-то, капитан хренов. Протерял? Не помню. Я еще не соображал ничего. Едет с поднятым куполом. Лед идеальный.
все сзади. Сняли купол. Вадим, как настроение перед вылетом? Блин, пока доехал, всю душу вымотал. Самое главное, хорошо подготовиться. Это точно. Дим. Дим, как тебе для сравнения базовый курс и СИФ? СИФ-курс это круто, причем даже немножко страшно было. Даже не то, что немножко. Базовый курс это все цветочки. СИФ-курс это круто. Юр, для сравнения, яркое сравнение, базовый курс и СИФ-курс. Земля и небо. Вспыхивает вдруг. Да. Надо попробовать. Сразу все будет понятно. Алексей, Михаил. В двух словах для сравнения. СИФ курс и базовый курс. Покруче, конечно. Ну да, так, чуть-чуть. Бумажки, да. Ты как сказал, некогда, Андрюха, готовиться надо вылетать. Погода изменится еще. Андрюх, моста не хватает. Вот. Все нормально, моста не хватает. Моста и машины. Понятно. Нормально. Это можно сравнивать. Здесь, в горах, полеты. Там скучно будет теперь, я думаю, в Рязани. Понятно. Дим, ты лев, молодец. В двух словах, базовый курс и СИФ курс, отличие. Это разный курс, абсолютно разный. СИФ курс супер, здорово. Алексей, отличается ощущение первого дня и пятого? Первый день сухо, хорошо, пятый день мокро, сыро. Ну, тоже хорошо. А по ощущениям, крыло? Ну, крыло, конечно, сильнее привыкаешь. Сергей, в двух словах. Полеты. Алюданис, полеты Рязань. Ничего, совсем разные полеты. Горные, равнинные. Совсем другие старты, совсем другие высоты. Совсем другие ощущения в полете. Упражнения интересные. Этер, мой толпа, я хотел любви, но вышло все не так, знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Oh, 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 oh,
вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Разбежавшись, прыгала со скалы. Заключительный капрет. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Опыт ребят растет на глазах. Молодцы, сегодня ушли все. Да, все замечательно вообще. Суперски. Crowd, you're gonna hear my
Характеризуются наши пилоты тем, что обычно вот, пьют много, а летают мало. Молчи. Это неправда ваша. И летают много. Короче, не, когда летают много, когда пьют штили, мало. Почему-то зарубежные пилоты, они вот делают так вот, роют землю ногой, смотрят на дуть и пыль. А бобр так делает тоже. Ну, бобр делает, чтобы посмотреть, можно ли тандем стартовать. Не, он так всегда делает. Короче, талант? Они очень хорошие советы, зная о том, что взлететь они не могут. Но у нас, так как народ решительный, опять же, обычный прямого старта на лебедку, он копытом землю роет, и когда нужно, ух, взлетает. Когда инструктор пошел, он пошел так, что аж пыль летит. Сзади. Летит против ветра. Да, летит, ну не знаю, куда против кого, но не важно. Уходим как стратегические бомбардировщики. Защита резных монет. Да. Вот вы видели старты в Болгарии, когда действительно, вот, не соврать, резная планета, она, в общем-то, была так, СМ-8. Так вот, честно, за ту решительность, с которой вы стартуете, потому что на самом деле нам инструктора, вот голландец безумный, он настолько безумный, что он своим курсантам, там, когда они стартуют, там, дергают за стропочки, они там, парапром вышел, они улетели. Вот он честно сказал, блин, говорит, завидую вашим ученикам, потому что они как дунули, так, ух,
И все расправился. Вот, и все расправился от скорости. Так вот, за вашу скорость, за вашу ух. И то, что Андрюх генерал там был. Вниз, вверх. Мы все равно все улетели. Так что, за вас монстров. Мы вами гордимся. За нас мы станем идти. Да, скажи, давайте, ребята. За вас монстров. Когда бежишь внизу и по камням скатишь по 5 метров, ты понимаешь, что или пинды. Thank you.
дальше по мне. Просто не работает, просто страх и все, больше ничего. А так просто ничего.
Так что поздравляем вас с окончанием. Я от лица понимающей стороны могу сказать, что да, успеваемость у нас стопроцентная. Даже те, кто по причине бросающихся обратно не сдал экзамен, можно сказать, получил его автоматом за ужасное поведение. Борьбу с вояками и прочее, прочее. В смысле, жандармерии. Ну, я, опять же, адвокатский опыт получил неплохой, я очень доволен. Вот. Ну а если серьезно, то действительно, вот когда мы сюда первый раз возили группу, это был 99-й год, в 97-м у меня была группа экспериментальных маньяков, всех курсом сложно назвать. В 99-м у нас была первая группа, в которой еще Аркадий участвовал, но там тоже, в общем-то, было так все сыровато. Ну вот потом потихоньку мы дошли до того, что из успеваемости в 30% мы вышли на 100% успеваемость. Ну и в этот момент Лёля, давай сам! Можно? Лёля!